Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, уважаемые сочинцы, поздравляю вас с Днем Великой Победы! Во Второй мировой войне Советский Союз понес самые большие потери. 27 миллионов наших соотечественников пали на полях сражений, были замучены в фашистских застенках, стали жертвами голода, холода и лишений. Ценой невероятных потерь и ценой великого героизма наш народ остановил врага и спас мир от коричневой чумы. Вечная память и низкий поклон солдатам Родины. Вечная память и низкий поклон труженикам тыла, которые ковали победу на заводах, фабриках и в госпиталях. От имени всех людей моего поколения, от имени нашей молодежи, хочу выразить ветеранам огромную благодарность. Мы в неоплатном долгу перед вами, перед живыми и павшими. Ваш подвиг бессмертен, вашему героизму нет забвения. С праздником вас, дорогие, с Днем Победы!